Сегодня у меня уборка, стираю палату, а ко мне пришла вот радость. А в ванной комнате у нас здесь, видите, сплошные зеркала. И она подходит видеть свое изображение. Ты где спряталась? Это ее первое знакомство. Пойдем. Там девочка такая красивая. Я тебя познакомлю с ней. Иди. Иди, Радочка. Дай, вот она, девочка, видишь? Вон она. Знакомься. Ее зовут Радость. Вот они, две Радости, видите? Я пойду в сторонку. Что она сейчас думает в этот момент? Если там какая-нибудь страшненькая была бы собачка, она бы, конечно, бы кинулась на нее. Ну там такая симпатичная сидит. Такая прям миленькая. И не хочется на нее лаять. Хочется махнуть ей лапкой, сказать: привет. Я такая же, как ты. Меня зовут Радость. А тебя как зовут? А меня зовут Рада. Рада. Почти как Радость. Нет, Рада — это сокращенная Радость. А, вон как. Сокращенная. А еще Радулей называет меня. Ну да, ты еще скажи Дуля. Нет, Дуля меня не называет. Называет Радуля. Ну что, давай играть? Давай. Только я боюсь тебе близко подходить. Утюг опасно стоит. Вот так надо. Вот, потому что он может упасть. За шнур потянет. А лучше всего поднять шнуры вот сюда, чтобы никто за них не потянул. Вот, это будет всегда лучше и безопаснее. Ну что, пойдем. Пойдем, я тебя познакомлю. Иди. О. Пока у меня водичка набирается, я понаблюдаю за ней. Ну, ну, давай, гавкни. Нет, не будет она лаять, потому что там милое существо, вот она. Вот она какое, милое-милое существо. И зовут это существо наша Радость. Знаете что? Помните, как у Экзюпери, Антуан Сен-де-Экзюпери, он сказал, что самое главное глазами не увидать, зорко одно лишь сердце. Помните выражение? Так вот, у нашей Радочки сердце зоркое, потому что в середине сердца глазик. Вот он, видите? Вот он, глазик. И она прям из сердца в ней взгляд. И она сердцем видит. Это единственное существо, которое видит сердцем. Это наша Радость. Ну вот, я тебе и нашел подружку. Будешь играть. А то ты ко мне всегда лезешь, когда я работаю. А мне что же нельзя отвлекаться? Я же должен мешать. Я должен вот эту штуку ворочить. Вот она, видишь, какая она тяжелая. Мне ее надо поворачивать шкурой наружу. И делать действие. О! А ты меня в это время кусаешь вот за пятки и за большие пальцы и за мизинцы. А теперь я тебе нашел подружку. Вот и играй с ней. Приходи сюда и играй. И здесь их, вот смотрите, сколько подружек. Раз, два,
три, четыре, пять. Пять подружек. А там у меня друг, вон он, Александр Док. Иди с ним и играй. Привет, Александр Док. Пойдем играть. Пойдем.